Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A15 изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Язык регион», точнее в дополнительные настройки, затем клавиатура и способ ввода, Gboard, языки, добавить клавиатуру. Перед нами открывается полный список языков, на которых мы можем печатать на нашей клавиатуре. Давайте выберем, к примеру, греческий. И нажимаем «Готово». И теперь давайте попробуем написать что-нибудь на греческом языке. И как видите, у меня появилась греческая раскладка на моей клавиатуре. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!